Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами посетим магазин Зета на Римзоне, город Шымкент. Цены, размеры, по возможности я буду вам рассказывать. Вазоны. Цены поднялись. Здесь более простой вариант, подешевле. Очень тоненькие. Грунт 1165 тенге, 20 литров. Горшки. Литраж 4,8. 1520. 8 литров. Маленький 415-360 с поддонами. Леечки достаточно большие. 12 литров 855. Брызгалки подорожали. Совочки 220-250. С щеточками есть. Кашпо Ротанг искусственный. 5835. Так, 42 литра. Высокий, прям для деревьев. Коврики 4450 тенге. Изнанка 6420. Здесь цену не вижу. 4790. Горшки для цветов 1375, розовенькие. Горшок написано, но как ваза выглядит, 770. Минералы для цветов никогда не использовала, но может кто разбирается. 1165 тенге. Тоненькие. Тоненькие и твердые. 9120. Турция 120 на 180. Коврики для ванны. Инструменты для огородика 1240-1570. Ножнички цены нет. Опора для комнатных растений 170. Баки для воды 90 литров с крышкой 5835 тенге. 3335 тенге 50 литров с крышкой. Зеркало. Размер не написан. 9180 тенге. Ящики для игрушек, емкости для порошков. 6 литров. Тазы 1450, 1770, 2140, 30-литровые. 4960. Очень большие. 1150, 1300, 1230. 2880, 3580 тенге. Ведра без крышки 900 тенге. Бытовая химия
Не скажу, что дешевые, но ассортимент большой. Вешалки большой выбор, по длине есть длинные, двойные, тройные, 880 тройная, детские, для обуви. Детские стульчики, горшки. Различные контейнеры с крышками, без крышек, с ручками. Корзины для белья. Жак 24 тысячи с копейками. Зеленый цвет лестницы. Стремянки. 19,560. С 5 ступеньками. Ящички деревянные для хендмейда. Для подарков. Даже кормушки, по-моему, есть. 3,825. Гладилка 7,680, 7,930. Не маленькие. 8,405. Выбор хороший. 11,470. Очень большая гладилка. Всякие ящички для инструментов, для мелочей. Мини-контейнеры. Вот эти самые дешевые подорожали. Я их брала. Если не соврать, там даже 200 тенге не было. Ящики для инструмента 8,950. Большой. Размер не вижу. 3,340 есть. Очень большой. 8,400. Внизу вот. Аптечки 1,570. 1,585. Качество хорошее. Есть подешевле, крышки плохо открываются и закрываются. Машинки 4200, большой джипик. Не очень большой, среднего размера. Выбор. Большой игрушек. Почти 9000 детский коврик. Я считаю, это недорого. Выбор кастрюль большой, глубокий, цена 3105, блинная, очень глубокая, тоже блинная, 1435, 2530 сотейник, это отлично, но что-то крышки не вижу. 4880, 3105. Гриль 4,880. То же самое. 4,880. Крышки. Цены не написаны? А, нет, написаны. Значит, крышки надо подбирать, отдельно покупать. Есть вот такие крышки с резиновыми краями. Посуда под медь. Не знаю, как правильно называется. Турки, кастрюльки, сотейники. Вот с крышками. Прикольные сковородки, чугунные, тяжелые. И смотрите на этот казанок. Наверное, в кафе такие берут. Бризоль. Цена 9,790.
Вся партия из чугуна с деревянными подставками. Набор 10450, 1 литр и 3 литра, 2 чайника, значит. С гранитным покрытием 40, диаметр 40, но она большая, она большая. Смотрите, это поменьше, а это прям очень большая. Мы здесь брали леген наподобие такого. Хороший. Деревянные изделия, минажницы, доски. На ножках доски. Подставки под горячее, подносы, салфетки плетеные, подставки для тарелок. 2175 тенге. Подставка для чайника. Красивая. Хлебница большая. 2995 тенге. 2400. Контейнеры с крышками кухонные. Одноразовая посуда. Ассортимент большой. Стаканчики. Картофельницы. Миски. С крышками, без. Один контейнер, 1,7 литра, 850 тенге. Набор контейнеров, 5 штук, 1835 тенге. Набор, значит, там несколько. Угу. 3 штуки, 5140. Плетёное, внутри нет металла.
матовые. Сейфы на второй этаж переехали, встраиваемые все, есть напольные, цена не написана. На втором этаже офисная мебель. Например, вот не самое лучшее кресло, 39, рогожкой обито. Детская мебель 68 575, креслица и диванчик. Но первый этаж мы сильно обходить не будем. Очень-очень много стульев и столов. Очень много. Даже диван и кресло. А, вот. Сейчас так цены на скидку покажу вам. 196 005 тенге. 152 610 тенге. На троих 72 850. Очень много. Мы уже устали. 335 000. Диванокор 2, угол 1, кожзам. Но так как будто искусственный бархат. Мы заказываем всегда у одной женщины. Не знаю, вам интересно будет, нет. Заказываешь и через неделю получаешь. Уже много лет мы с ней работаем. Качественно. Ткань сам выбираешь на диван, на подушки. Все качественное. Все, что делали ее рабочие. Если кому-то надо, дам номер. Качалка — моя любимая тема. На этом мы с вами прощаемся. Это был обзор магазина Zeta на Римзоне. Всем доброго дня. Пишите, что бы вы хотели увидеть в городе Шымкент. Мы обязательно туда приедем и снимем для вас обзорное видео.